Всем привет, уважаемые леди и джентльмены! На ваших экранах необычный крафт граф Зулу. Я его слегка модифицировал, добавил ему фар, добавил выхлопные вот такие вот неоновые трубы сзади, как вы видите. И это у нас необычное видео сегодня, ребята. Очень необычное. Как вы уже поняли из названия, наш крафт мега героический, я считаю. Кто-то может скажет, что это случайность, кто-то скажет, может, что это не случайность. Но я вам скажу, ребята, от себя, что здесь у нас такая интересная ситуация, что мы, находясь в этом матче, который я вам сейчас показываю, в команде из 8, прошу заметить, 8 человек, сражаемся против 8 человек, и сейчас, ребята, мы заберем в этой схватке 6 игроков из вражеской команды. На нашем красавце, на нашем графе Зулу, на нашем утюжке, ежике, он же клоп, он же жук, он же монстр, мини, микромонстр. В нашей команде есть много очень, вы видите, крафтов, которые толще на вид, которые длиннее, мощнее, но, тем не менее, этот крафт настолько удачный, или настолько у меня попалась хорошая команда в этот раз. Ну, в общем, я не знаю. Ну, вроде все протекает как обычно. Пока никаких чудес на экране вы не видите. И вот первый замес. Первый замес. Я заезжаю сзади. По классике поднимаю на себя чувака. Забираю его. Получаю нашивку First Blood. Что в переводе на наш язык с английского означает первая кровь. И таким образом записываю на себя чувачка. Здесь у нас идет замес 2 на 2. Я подхожу к нашим ребятам. Мне говорят, третьим будешь. Я говорю, буду. Забираю еще одного. Еду дальше. Начинаю накидывать урона в сраку красному. Чуваку из красной команды. И залпами из дробовиков я делаю поддержку огнем. Еду дальше. Пока, прошу заметить, на меня записано только двое. Ну, первый фраг, я считаю, он был трудовой. То есть не то, что я там выехал и добил чью-то жертву. Нифига. Здесь я считаю, что было чисто, явно видно, что был трудовой фраг. То есть я его заработал сам, никто мне не помогал. В первом случае. Во втором, да, там немножко помогли. Вот это у нас третий. Третий был уже немножко размягчен, и мне осталось его только доживать. Его уже пожевали, он уже такой был мягкий, вялый, и я просто его добрал. Но, мне кажется, где-то половина полоски прочности у него была. И это у нас, ребята, я так понимаю, четвертый по счету. Ему уже маленечко отбили ножки, оружие, я так понимаю, ему тоже отбили, и мы его просто добираем. Но добираем мы его не совсем просто. К нему подошел на помощь товарищ. Товарищ, который еще был все-таки вооружен чем-то там, я вроде как заметил. Пятерых уже я на себя записал. В прошлом моем видео на этой машине еще до модификации, до того, как я на нее трубы навесил, новые фары еще дополнительные. Вот парочку фар отбили, но тем не менее вид, можно сказать, машина еще даже не потеряла вид. И сейчас я буду бить рекорд, ребята. Сейчас буду забирать шестого фрага. Когда я играл, не думал, что у меня получится забрать больше 5. Не думал. Вот, кстати, левое переднее колесо отбили. И тут на тебе. Подарок на блюдечке. Вооруженный все еще пулеметом чел пытался по мне стрелять. Запустил самоуничтожение, чтобы меня грохнуть. Но мои залпы из дробовика его разобрали на запчасти, ребята. Вот такое вот героическое видео. Сейчас я покажу вам все награды, которые я заработал в матче. Это МВП, лучший игрок матча, там еще какая-то награда. Но, по-моему, тут нету такого понятия, как воин. Но большую половину игроков из вражеской команды мне удалось забрать на этом крафте, ребята. Я вам говорю, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Постараюсь еще больше ярких видео записывать для вас. Всем пока!